Дорогие наши подписчики и посетители сайта 01portal.com, мы находимся на месте, где была свалка. И как вы видите, свалки нету. Благодаря нашему ролику, который мы сняли месяц назад. И еще хочу поблагодарить администрацию поселка Тульского за то, что прислушались к нашим словам и убрали мусор. Предыдущий ролик о свалке, самые свежие новости о политике ищите на сайте.